Проект «Сахалин-2» запустил дожимную компрессорную станцию. Объект предназначен для компенсации снижения пластового давления в устьях газодобывающих скважин и дальнейшего эффективного освоения лунского месторождения. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Валерий Лимаренко. В реализацию стратегически важного производственного объекта вложен колоссальный труд более 3000 российских специалистов из многих регионов страны. Они помогли решить целый ряд сложных инженерных и логистических задач, в которых учли все экологические требования, а также внедрили уникальное оборудование отечественного производства. Хочу сказать о том, что очень приятно было сегодня увидеть здесь команду, которая занимается сервисами, потому что она базируется в нашем технопарке, который мы начали строить буквально вот несколько лет тому назад. В 2024 году в первую очередь запускается, в 2025 году вторая очередь. То есть будет развернут сервис, который полностью обеспечит работу всей отрасли. Вот нового производственного объекта позволит на протяжении длительного времени обеспечивать стабильную подачу газа потребителям. Их количество растет в регионе с каждым годом благодаря программе газификации.